Wendy, you know. Hello. Oh, Camino. Good morning. Что за день? 6:20 утра. Не пожравши, и чё? Двигаемся в путь. Слишком поздно открывается кафе. Меня это вообще не устраивает. Довольно бодренько, но тепло. Ножки вроде уже не так сильно болят. Домой к маме не хочется, поэтому... Важный путь, а он, мне кажется, не туда дошел. Окей. Знаки. Ты мой хороший. Записки пилигримов, разные вещи, памятные списки. Если вы нас видите, напишите на признание. Красивый город Бенда, большой, в старом городе. Я опять себя сломал, чувствую, что все плохо, а ничего, продолжаем идти, впереди очень красиво. Все еще живой. Мы, если я не ошибаюсь, мы только что вышли из региона Навара и пришли в популярнейший регион Ла Рьоха, популярный своими винами, что не может не радовать. Фу. Что интересно? Ничего пока интересного не было. Идем вдоль дороги почти целый день. Ножки болят, левая полупопия болит, но нормально, бывало и хуже, правда не помню когда.
No, I insist. Okay, come on.